машину! Бегом, марш! На локации представлено у нас более 6 точек активности, которые рассказывают о жизни афганского народа, о его, скажем так, военной составляющей. Это афганские маджахеды, которые вели боевые действия с советскими солдатами и офицерами. Представляем здесь мирную жизнь Афганистана, мирную жизнь афганского кишлака. И, наверное, как вы знаете, в Афганистане живет несколько племен. Самый крупный из них — это пуштунское, но там также проживают народы, которые имеют и монгольское, и тюркское происхождение. Кто-то из них уже давно ведет оседлый образ жизни, а кто-то еще до сих пор кочевой. Под впечатлением нахожусь. Неожиданно попадаешь вот в эту атмосферу того времени. Я-то, конечно, никогда не была в Афганистане и не знала, как все это происходит, только по рассказам. А здесь вот колорит и атмосфера того времени ощущается. Приказ министра обороны СССР об увольнении из рядов вооруженных сил СССР запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки действительной военной службы. Благодарю за службу! Служим Советскому Союзу! Вольно! Ой, мама, смотри, что-то падает, похожее на одуванчики. Женщина улыбается, это сынок десантники. Ой, мама, смотри, что-то падает, похожее на одуванчики. Женщина улыбается, это сынок десантник.